Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Юнит 1, секция Homework, домашняя работа, упражнение 21. Match the questions with the answers. Сопоставьте вопросы с ответами. Первый вопрос. What will the teacher ask you tomorrow? Что учитель спросит тебя завтра? Предполагаемый ответ. D. Maybe something about homework. Окей, переведем. Наверное, что-нибудь по домашней работе. Итак, цифры 1 соответствуют букве D. Цифры 2 соответствуют буква F. Who's Jason? Our new classmate. Кто такой Джейсон? Наш новый одноклассник. Цифры 3 соответствуют буква B. Is she good at English? Yes, very good. У нее хорошо с английским? Да, очень хорошо. Цифры 4 соответствуют буква C. Let's go to school together. Окей. Пойдем в школу вместе. Хорошо. Цифры 5 соответствуют буква E. What's her nickname? I've got no idea. Какое у нее прозвище? Понятия не имею. И последнее, 6. Hello, I'm Jason. Ответ. Nice to meet you, I'm Peter. Цифры 6 соответствуют буква A. Привет, я Джейсон. Рад видеть тебя, я Питер. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.